МИД Беларуси прокомментировал ситуацию вокруг событий в Керченском проливе. В частности, глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей заявил, что такое развитие ситуации подтверждает актуальность и реалистичность тех предупреждений, которые неоднократно высказывал президент Беларуси относительно того, что мы постепенно сползаем к пропасти большого конфликта. Об этом, в частности, говорилось на встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске. Напомню, в 10 областях Украины введено военное положение после инцидента в Керченском проливе. Официальные версии произошедшего Москвы и Киева разнятся. В МИД нашей страны отслеживают заявления, сделанные одной и другой стороной. Беларусь заинтересована, чтобы не было предпринято никаких шагов, которые привели бы к дальнейшему росту напряженности, поскольку это способно оказать влияние не только на региональную, но и на международную безопасность в целом.